Волгоградские депутаты внесли в Госдуму законопроект о введении ежегодных выплат к 1 сентября. По информации областной думы, сборы ребенка в школу сильно бьют по бюджету волгоградцев. Родители тратят на форму канцелярию примерно 30 тысяч рублей, поэтому финансовая помощь от государства им необходима. По проекту депутаты предлагают выплачивать на каждого школьника в семье по 15 тысяч рублей. Предположительно, закон вступит в силу с 1 января 2023 года. При этом сумма будет индексироваться каждое 1 февраля. Отметим, сейчас в волгоградском регионе деньги на сборы в школу выделяют только многодетным семьям. В этом году выплату получили 70 тысяч человек.